По данным на 18 декабря, 90% вкладчиков Чувашкредитпромбанка получили выплаты. Такую информацию нам озвучила заместитель директора чувашского филиала Россельхозбанка Светлана Павлова. Напомню, именно этот банк назначен агентом по страховому возмещению. Выплаты производятся на территории 4 субъектов Российской Федерации, Чувашской Республики, Республики Мариэл, Москве и Санкт-Петербурге. Страховое возмещение получили более 9000 вкладчиков Чувашкредитпромбанка, включая 1700 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Выплаты продолжаются в штатном режиме. Остались небольшие суммы. Мы рассчитываем, что к концу года более 98% получателей уже получат страховое возмещение. В любом случае, еще в течение не менее 1 года мы будем готовы и принимать заявления и будем производить выплаты на основании заключенного договора с агентством по страхованию вкладов.